Петрович Альфарион хочет выцепить Дашу на интервью. Ты не хочешь поучаствовать? Пожалуйста, я с удовольствием. Почему она не говорит, что пела в джейс? Я заметил, она не фронтмен, слота не... Она не говорит об этом. И смотри, здесь очень скользкая ситуация. То есть я думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, да, что основной как бы толчок Даши в плане именно медиапродвижения дал, естественно, я. Потому что понятно, что у нее была какая-то слава, но намного меньше. То есть это вот именно супермедийка, когда Пушной, там радио Маяк и все остальное, радио там «Эхо Москвы», когда еще существовало, и вся-то тут этот толчок, это как бы, ну, дал я. То есть основную, ну, скажем так, процентов 70 ее славы до появления в слоте, естественно, как бы сделал я ей. Понятно, что будут орать, типа, вот, там, блядь, ЧСВ, ну, как бы, нет, это не ЧСВ, это просто факт. Абсолютно, как бы, для любого человека здравомыслящий очевидный. Но, естественно, мы же постоянно угораем на там, над кэшем, понимаю, насколько он бедовый. Понятно, что это все как бы смотрят в любом случае. Возникает ситуация кривая, да, что это ее работа, если она скажет, что фрагитарист, типа, классный, хотя она в целом говорит, что я, как бы, нормальный. Тогда, получается, она идет как бы против кэша, потому что кэш явно, что будет дико обижен, то есть на то, что мы постоянно угораем. И все, поэтому здесь как бы все очевидно, что учитывая, что это ее работа, она будет молчать. Если спросят про фрагитариста, типа, понимаешь, что это, ну, как бы он сделал основную работу по продвижению, я думаю, что она, скорее всего, ускользнет. Скажет, а что, мы, ну, делали песни, следующий вопрос. Я думаю, что это будет примерно так.